Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Продолжаем проходить Shogo Mobile Armor Division. Я очень давно еще это не писал. А пока был на даче, писали мы там одну игру с Дмитрием Смиловановым, вот, но пока что ее не получается выпустить, потому что мы ее не дописали. Так. Че у меня добраться до терминала и сесть на поезд? Окей. Надо будет осваиваться опять. Но... Те две серии, которые выходили, я их, по-моему, записал еще задолго до, и все, думал, успею выложить. В этот раз просто получилось, что на даче у меня ничего не... Я проверил, там ничего нельзя было загрузить. Вот. Я из-за этого толком ничего не записал. Так, это просто ветка какая-то или обломок от чего-то валялся. Почему музыки нет, кстати говоря? Должна же быть, я ж все вернул тогда. Ничего так. Не понял юмора. Это что такое? Я ничего не понимаю, подождите. У меня же вроде до хера всего, что такое-то? Почему мы помираем? Окей. Можно как-нибудь туда забраться, мне интересно. Какая-то музыка вся проебалась. Так, секундочку. На шестерке снайперка, да? Ага. Не очень удобно эту же кнопку нажимать. Где? Я же сохранился после. Вот он. Да блять, она прилепляется ко мне. Ах ты шлюха, а? Так, окей, ладно, поехали с этой. Щука. Эта игра прям сложна, реально, она жопу тебе дерет, когда ты долго не играл. Ты когда играл, то она тебя жопу дерет, а когда не играл вообще. Так, ну на крышах, так понимаю, здесь делать нечего. Мне очень нравится, что почему-то музыки нет.
Музыка должна быть. Я же его восстанавливал специально. Как-то очень странно, выстрелил первого, подбил второго в результате. Можешь самому минами кидаться, но мне эта мина... Мина не очень понравилась. Пиздец. Проблемы с потенцией вылечим. Блин, казалось бы, на роботе ты должен быть мега крутым и все дела, но нихуя подобного. Че? Да не в вашу мать. Ты что думаешь, я не вылезу, блядь, я вылезу. Конечно, хитрожопый, он меня стреляет ровно тем же, чем я в него. Говныш. Давайте, ладно, сохранимся. Сейчас погодьте. Ах вы суки, а? Так, ну этого я точно убил. Не, он гранатомет это прям хорош. Хера тебя сюда закинуло. Так, ага. Кабаков и Ко. У нас есть все. Угу. Был бы Табаков и Ко, я бы поверил, а так нет. Блять, Кучанский, иди ты нахуй! Я, конечно, его размотал здраво. Сопли, ну блять, так. Thank you.
эти парни со снайперками, они, конечно, сильно лупят, но зато они, ну, типа, они пиу-пиу, одиночными стреляют. Как-то можно было. Их двое выбежало. Я вместо F6 нажал F7, блин. Поэтому не люблю, когда эти кнопки располагаются рядом. Загрузки. Сохранение. Прям терпеть не могу, серьезно. Не, ну теперь хоть жить можно. Блин, опять лабиринты ебаные. Я видел как раз поезд, вроде вот он тут есть, вот он ездит, да. Угу. Так, а как мы туда сесть? Пацаны, пустите. Чё-то без музыки тоскливо прям совсем. Может, слетело нахер. Сейчас, если уровень пройдем, надо будет выйти посмотреть. Точнее, не если, а когда. Так. До какого терминала? Где он? Так, я вот шел тут. Тут у нас что? А, там какие-то выбежали, кто-то еще, погодите-ка, да-да-да. Угу. Я что-то про это место вообще забыл. О.
Ёбаные люди. Нет, не ёбаные люди. Ебаньку. Извини, паучок. Ладно. Так лучше не делать. Бля, что творится? Тут я был. Так, ладно, сохранено, сейчас секундочку. Хер его знает. Посмотрел этот файл, который музыку у меня правит. Перезакинул его. Не появилась музыка. У меня там на губе изнутри болячка вскочила. Очень неприятная херня, когда говоришь, она по зубам скребет. Прикольно, поезд здесь ездит. Так. Патроны, между прочим, почти кончились к ней. Мне надо в снайперском режиме, конечно, поменьше. Окей. This is ain't good. Так, и как мне туда попасть? Блин, какая же больная херня. Это я там еще с мазюкой и прочее. Поскольку там слюна постоянно во рту, а толком нифига маська не держится. Мне наверх так. Ой, сейчас чекну еще, наверное, вообще до кучи. Без музыки как тоскливо. Сейчас, секундочку. Так, еще раз.
Что ты отсюда не можешь запрыгнуть? Ну. Ну да, это, конечно, много мне очень даст. Ох, нихуя себе, какой я умный. Ну-ка, не можно? Нет. Да ладно! Ну окей, я хотя бы нашел, что генераторы могут разбивать эту херню, окей. Ты все еще не решает проблему, как к ним туда залезть. Но, возможно, там где-то что-то там теперь открылось. Ой. Ну, сейчас, конечно, немножечко вот это смотрится уже однообразненько и уныленько. Как водится, еще вспомнить бы, где что тут было. Здесь меня точно не было. Так, F6 и... I'm at the station. Я около станции, сказал. Наверное, вот сюда, сейчас. Ну да, не с этими вот пушками. Окей. Так, ребят, дайте музыку со следующего уровня, что-то это... Hank, what's Cothiniol? Cothiniol is the reason the Fallen exist. Kura can explain everything. А, поездка до верхнего Маритра должна пройти спокойно, так что постарайтесь воспользоваться этой небольшой передышкой и хорошенько осмотреть окрестности. You shouldn't have any trouble. I've guaranteed that CMC security has its hands full elsewhere. I'll contact you once you're inside. I've heard about you, Rio. You're not a man to be trusted. The press bends the truth to suit its own agenda. You should know that better than anyone. Leave it at that. Rio out. What about you? Такая анимая музыка прям. Рио Ишикава contacted me. From Shogo? Yeah, he's using me for something. Not quite sure what it is yet, but I'll figure it out. Ну, боюсь, что его используют. Oh, Sanjuro? Yeah? I just wanted to apologize for how I reacted when I heard Kuro was alive. I love my sister as much as you do. I'm just... It's okay. I understand. Чего стало с моим твоей рекламой? Такая сейчас музыка была, знаете, как будто сейчас начнется та-да-ра-дам, из этого из Тотора. А, итак, Рио все-таки сдержал свое слово. С помощью предоставленного некогда им-кода вы сумели преспокойно проникнуть в квартиру СМС. Куру содержат на втором этаже. Но Рио настаивает, чтобы вы сначала спустились в самый нижний уровень и отключили систему безопасности, расположенную в охраняемой комнате с радарами. Ой, серверами.
После этого Рио обещает вам помочь пробраться в хорошо охраняемую зону предварительного задержания. The front desk is up ahead. Head for the security gate on the left. You shouldn't have any trouble unless you start shooting people. I'll try to control myself. Ну, блин. Такая была уж. Кому? Справляюсь, все на месте. А, вот здесь их было две. Помню, таких пушек уже две было. Самое главное со мной. Ладно. Возможно, потому что я загрузился с середины уровня, хер его знает. В прошлый раз даже загружался нормально все равно. I'm fine, thanks. Carry on. Мадемуазель, может быть? Watch it. Не, не будешь смотреть нахер. А хорош таким звуком на меня смотреть. А найдите главный лифт. Да вот он, наверное, да? Только для служащих, окей. Keep it in your pants, pal. Так, я смогу как бы... Че, серьезно? Ага. Где, а туда что, нельзя? Это только для служащих, а это совсем только для служащих. А тут что написано? Информация? Наверное. There should be an elevator straight ahead. Ride that down to the lowest level. Здрасте. С вами? Так, кнопки не будем непонятно нажимать. В этой удивительно охраняемой зоне код Рио будет бесполезен, так что вам придется рассчитывать только на себя и пробиваться дальше без какой-либо помощи извне. Ну поехали. Здрасте, ребят. Давайте не будем... Как... Все, ну? Уевшая тебя расина, блядь, в спину у меня, а? Ну как так вообще? Как так? Ну что за люди? Я к ними по-хорошему. Ой, сука, блядь. Сейчас замочеклокаю вас до смерти, сукины дети. А, это было тупо. Цезарь, вот гнидобус. Ты ж ёб твою-то! Ставь лайк, если узнал, откуда это.
Ясно. Туда не прыгать. А? А? Можем меня, пожалуйста, назад пустить? Я думал, все. Лифт, ну еб твою мать, поехали вниз, нахуй, вниз. Я же должен смотреться сначала, понять, что где. Extend the force bridge and head for the server room. А высоко тут у вас. На самом деле во втором Бладе столько упертый отсюда, что пиздец. Видно, что им прям некогда было им заниматься, но как следует. Disable the security matrix. Thanks for your assistance, Commander. You're no longer useful to me. Sorry to leave you hanging. What a surprise. What now? You're not gonna like this. What do I have to do? See that air intake tube? Gotta go. Как-то у нас даже предал так походя прям совсем. А, теперь я тебя предал. Ну все, иди нахуй. Crazy. Да. Really, nigga? Я не понял. Чё надо-то? Что меня там засосало? Она плохо сосёт, понимаете? Ёб твою мать, труба соси. Блядская труба. Ау. Ау. That was hurt. Так, а что по времени, между прочим? Еще можно. Don't kill me.
Я малёк пропустил, зачем мы сюда вообще шли, но ладно. Тут такое бывает. Наемные убийцы падших уже направляются в вашу сторону. И даже если вам удастся добраться до Куры раньше их, к тому времени они будут совсем близко. Дополнительные препятствия на пути к камерам теперь создают охранная сигнализация, которую Рио включил во всем здании. За этот дружеский поступок вы его еще успеете отблагодарить в будущем. Все, давайте мы на это решение. Все? Как раз вот в районе 40 минут. А, как больно, пиздец. Ссылка на быстрый... Короче, я... Все, вы знаете, ссылки все такое, я говорю, это не буду лишний раз, потому что реально там вот губа, на краешке ее херня, и она такая по зубам, когда тык-тык-тык, прям пиздец она. Ну и сама губа, потому что двигается тоже больно. Фу. Все, в общем, все ссылки в описании, по возможности материально помогите и так далее. Все, всем пока.